Раз мы так со всеми, наша страна любит со всеми дружить, почему же тогда никакого института содружества с Россией в Лаосе ничего не откроет? И ух ты, они куда-то собрались надолго. Итак, время 12:30. Вот здесь вот, согласно табличке, 14-й маршрут. Ходит по маршруту автобусная станция, конечная Будда Парк. Стоимость 8000 кип. С 5:35, 18 до 15. 15 минут каждые. И выглядит он зеленый Green Bus. Вот, сейчас сидим, стоим. Будем ждать. Вчера я вычитал, что общественный транспорт в Лаосе, в Вьентьяне, стоит примерно от 1000 до 10 000 кип, в зависимости от вашего направления. Поэтому, в принципе, очень даже бюджетный, доступный транспорт. Даже если брать, что это 10 000 кип, это примерно 40 бат, ну и 80 рублей, соответственно. Не прошло и 5 минут, как подъехал вот такой вот автобус. Внутри у него много что отделано под кожу. Полностью, почти, наверное, он забит. Также проезд стоит все-таки 8000 местных единиц. Уходит кондуктор, выдает билетики. Посмотрим, куда он нас привезет. Приехали мы. Здесь вот ремонт. Сооружение строят. Наверное, центральную арку. Итак, для местных жителей, если вы не успели заметить, вход, значит, стоит 10 000 кип, а парковка стоит 5 000 кип. Для иностранцев и всех других 15 000 кип. Что? По-моему, в таких заведениях есть запасной вход. Мы сейчас, если бы обошли, да, по этой дороге, она, по-моему, с шоссе контачит. Здесь? О. Просто идешь. Мне вон тот нравится, который с чистым листом. На территории есть кафешка, в которой можно покушать. Вот цены примерно от 20, от 15 и до 60 000 кип. Вся азиатская в основном кухня, в основном рис и какие-то овощи острые. Есть также напитки. Что нам принесли? Нам принесли пиво Берлау, маленькую баночку, и вот такой вот огромный кокос. Вот такой вот суп куриный и у Женька такая большая-большая порция риса с яичницей и овощами и курицей. Ну ты же английский учишь.
Как он его построил? Он попал в пещеру, упал в пещеру там или в какую-то этот канаву, и в этой в пещере встретился с создателем. Поэтому он заявил, что типа я встретился с создателем, прикоснулся как бы к святому, и вот он мне сказал типа построить храм, да, строить кучу бут. Этот. Он созвал архитекторов, которые вот изваяют лики Будды. И этот выкупил землю, вот эту. Ой, прикольная тут, вот та. Потом пришло время великой смуты на территории Лаоса. И ту религию, которую как бы ну, не сказать, что приветствовал, Что? И что понимаешь под смутой? Смутой политическое какое-то движение. Что-то 50 лет, не 50 лет, короче, что-то тут, какой-то период времени случилось в Лаосе, что-то изменилось. И этот человеку, основавшему этот парк, пришлось бежать в соседний Таиланд, в котором он основал такой же парк, где и по сей день находится его тело, забальзамированное, как у нашего Ленина. А пропагандировал необуддизм, современную новую версию буддизма старого. Что здесь хорошо? Есть место теневых, где можно спокойно походить и постоять, помедитировать. Вот среди вот таких вот статуй. Парк расположен, получается, на нескольких сотен квадратных метров. Его можно обойти, ну, примерно, наверное, за пол, ну, максимум 2-3 часа. Ну и вот основной прикольный такой вот прикольное строение.
Типа внешний уровень символизирует ад. Второй уровень символизирует земли. А третий уровень не. Написали, что осторожно. Ты об окошко ударился? Почему каждый? Поднимаемся. Ой. Любит же. Так. Это уже уровень земля. О, здесь можно зайти. Осторожно, голову в голову, опять осторожно. Я не пойду, я отсюда фотку сейчас сделаю и освобожу тебе место, если пойдешь.
машинки. Ладно, все. Осторожно сзади там эта пропасть. Чтобы не... пропасть. Вон этот. Вон. И главное еще это. Краю самому не подведи, если пойдешь. Хорошо. Вау. Вон отсюда. Мы сейчас туда опять спустим. Вот отсюда вот надо. А, нет, сейчас спущусь. Вот все группы, все муравьишки, все муравьишки, все должны забраться, все, идем такие, все дружные. Вот
Да еще самое главное, если у них еще, например, спросить, сколько вам лет, они ответят лет 50-60. Они явно старше моей мамы. Ты че? Конечно, они вот говорю, у них нет ограничений там. Что, ой, возраст такой. Это вот желания какие-то, да? Да. Знаешь, как девочек? Какого бы сними? Берешь. Здесь, наверное, только для экстремалов можно получить свое желание, потому что, в принципе, палочки-то вот на них написано, циферки и все прочее, но этот плитка вот эта, она просто огненная, можно, ну, не знаю, яичницу пожарить, бекон, там шашлык сделать, адски жарко, просто адски жарко. А до сих пор ноги этот... чувствует. Прикольненько, прикольненько посетить вот это место.